Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала и гости, и подписчики. Ну вот мы сегодня решили воочию показать, как мы едем из города в наш огород. Вон с ними сзади, что мы с собой везем. Как обычно, рассада, ноутбук, ребенок, полный багажник рассады, там несколько ящиков баклажан у нас. Так что вот так вот и живем. В крае сделали окно с 10 утра до 16 часов. Надо успеть проскочить на дачу, потому что если поедем раньше или позже, нужны спецпропуска. Едем на 2-3 дня, потому что смысла с этими карантинными мерами выезжать там с утра и вечером нету возможности сейчас, и смысла нету ездить в короткое это окно, потому что ничего не успеваем. Мы же едем на дачу отдыхать, а это значит надо два участка покосить, надо, значит, посадить баклажан кустов 60, надо порядки навести, все полить. Так что меня на 2-3, а там будет видно. Везем с собой работу, везем с собой рассаду, везем с собой все на свете. 23 мая обещают нам снять карантинные ограничения, которые сейчас нам не позволяют ездить с самого раннего утра и до вечера на дачу. Вот, надеемся, ждем, потому что нам, ну, не всегда удобно там оставаться. Это выходные дни хорошо, а в будние дни, конечно, тяжеловато. Вот такой вот карантин у нас. Но, с другой стороны, благодаря этому карантину и высвободившемуся времени, мы каналом и занялись своим. Кто-то начинает грустить, кто-то начинает пить, кто-то начинает что-то... А мы начали вот вести свой канал на YouTube. Но, опять же, для своих, ну, всем рады, абсолютно всем, но в первую очередь для своих, для родных и близких, для тех, с кем давно не виделись. Так что все, в принципе, в первую очередь наши подписчики, это наши родня и друзья, которые наблюдают, как мы проводим время в карантине, как мы до этого... какие совершали труды на даче, потому что тоже, опять же, не все в курсе. Вот. Поэтому, собственно, карантин внес свою лепту во все происходящее. Будем стараться и дальше поддерживать наш канал, выкладывать интересные видео о посадках, о наших каких-то лайфхаках. Вот Руслан просил выложить, как мы печем овощи на тандыре. Обязательно сделаем отдельное видео, такое тоже историческое. По нашему дизайну, по собственному, разработали тандыр. Интересно, может, кому-то где-то у себя во дворе что-то аналогичное построить. Едем как черепахи, чтобы не перевернуть рассаду. Уже последнее из того, что у нас дома оставалось, это баклажаны, да. Все-таки мы будем их высаживать тоже, опять же, переросшими, уже они у нас с цветами. И даже где-то уже плоды завязались, все это будем удалять, конечно. Почему все переросло? Потому что в этом году холодная весна. У нас обычно в мае месяце 20 и больше градусов тепла по вечерам и ночам, а тут холодно. Буквально 2-3 дня назад было ночью на даче, у нас всего 5 градусов тепла. Это как бы совсем прохладно. Баклажаны, конечно, бы желательно сажать, чтобы уже температура минимум была 15 градусов. Но этот май в 2020 году не дает нам таких маневров совершать. Там у нас высажены перцы уже и томаты, и в принципе тоже для них не самая благоприятная погода, а для баклажан тем более, они теплолюбивые. Только что слушали прогноз погоды, на завтра нам передают ветер до 20 метров в секунду, поэтому, наверное, будем высадками заниматься в воскресенье. Посмотрим, как там у нас. Потому что если ветер начнет гулять, он переломает нам всю рассаду. И, наверное, будем заниматься там по двору. Покосим пока. Польем хорошо все. Там вот такие планы на ближайший день. На сегодня вечер и на завтра. На воскресенье уже будет высадка.
На выезд из города пробочка стоит, как обычно теперь у нас в условиях карантина всегда пробка на выезд и пробка на въезд. Никуда не денешься, потому что они сузили дорогу. Приходится всему этому транспорту, транспортному потоку страдать. Ждем не дождемся, когда это все уже закончится, потому что уже на самом деле надоел этот карантин. Пока стоим в пробке, значит что, подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, если вам нравятся наши видео, жмите, давите, нажимайте на колокольчик, звоните в него, и все будет нормально. Все увидите в первых рядах. Вот он выезд, но на въезд почти никого нету. Но это все потому, что мы не возвращаемся, будем возвращаться, будет пробка на въезд. Все нормально, едем. Едем, едем. Соседнее село на дискотеку. Все нас обгоняют, потому что они едут без рассады. Поэтому едут быстро. Мы не торопимся, бережем. Вот такая у нас зелень, такие красоты. В лесу грибы не выросли еще, правда. Давай, давай. Там торопится человек. Не только грибы. Ремонт под ключ делает. Там торопится. Зайцы, белки. О, у нас животины много. И еноты, и белки, и олени, и козлы в лесу встречаются. Теперь мы выехали на завершающий отрезок пути. 2 километра 200 метров, по-моему, у нас по бездорожью получается поездка до дачи. Здесь еще так более или менее дорога, чего, а дальше более каменистая будет, ветки по бортам. Такая у нас лесная дача, да. И мы вовсе не завидуем коллегам дачникам, у кого есть коммуникации и асфальтовая дорога на подъезде к даче. Мы вот выбрали в свое время себе вот такой путь, нелегкий, осваивать землю, заниматься посадками, огородом, вот именно в лесу, потому что у нас реально, наверное, больше 3 километра до ближайшего живого дома, там до ближайшего столба с электричеством. Здесь уже дорога похуже, едем потихоньку, чтобы не задеть, но ничего не оторвать машины. Трясет. Бывает такое, что грибной сезон, едем и смотрим по бортам, там гриб, остановимся, соберем, поехали дальше. Поэтому бывает так вот, лес, бывает живность, зайцы дорогу перебегают, фазаны выходят, еноты, енотов много там, особенно ближе к участку. Вот такой вот проезжаем мы лес. Немножечко потрясывает, но все равно красиво. Сейчас скоро 26. Мафоты, шлагбаумы, автоматика для ворот, ремонт электроники и техники. Фирма «Безопасная зона». Вот, передачи как раз пруд, да? Так мы обычно и приезжаем на дачу. Пол багажника рассады, если не полный. Что, давай разгружаться.